Всем привет! Сегодня хочу вам показать свою покупочку, которую я сделала на своем любимом сайте «Мир вышивки». Вот мой заказ. Покупочку я делала 3 февраля. Скоро 8 марта. И я хочу получить скидочку за видео. Сайт «Мир вышивки» предоставляет скидку 7% за видео, выложенное на YouTube. Поскольку у меня там есть уже накопительная скидка и плюс эта скидочка 7%, в общем, у меня будет неплохой подарок к 8 марта. Визиточки, которые всегда вложены в заказ. И сейчас по порядку буду показывать, какие я наборчики заказала. Я не буду подробно останавливаться на каждом из наборов, делать обзор. Просто покажу вам покупки, которые... Очень мне понравилась серия вот этих вкусняшек от фирмы «Сделано с любовью». Вот такие пироженки. Несмотря на то, что это такой маленький сюжетик размером 15 на 15, ягодные ассорти, посмотрите, сколько здесь используется цветов. И много цветов, и такая хорошая проработка схемы. В общем, я думаю, что вот эта картинка полностью совпадает с оригиналом. Схемка, правда, вот я вижу очень-очень мелкая, придется ее увеличивать. Вот такая вот вкусняшка, вот такое пирожное. Десерт со смородиной называется. Тоже от фирмы «Сделано с любовью». Дизайнер Светлана Прокопец, так же, как и в предыдущей картине. Дизайнер Светлана Прокопец, тоже размер 15 на 15. А вот эти наборчики от Жар Птицы. Жар Птица, это МП-студия. Было написано, что это МП-студия. Вот такие клубнички. Вот такой тортик клубничный. Смородинка. Кстати, там есть смородинка и черная, и, по-моему, там белая. В общем, у МП-студии много сейчас разных смородинок и очень красиво проработаны схемки. И вот такой совсем малюсенький наборчик. Он стоит менее 100 рублей. Но схемка хорошо проработана, очень подойдет для весенней открыточки. Вот эти миниатюрки я заказала для того, чтобы делать маленькие презентики своим подругам. И теперь перейдем к более крупным картинам. Вот такой сюжет, который называется «Здоровье». Размер 19 на 26. Я вам уже показывала две вышитые работы, которые я вышивала в совместном проекте Оксаны Дерезы. Вышивальные приметы. Две работы я вышила. И еще хотела бы вышить вот такой вот оберег «Здоровье». Вот такие вот красивые журавли. Вот такие очень красивые древовидные пионы. Небольшой такой водопадик. Ну, в общем, очень красивый. Несмотря на то, что картина маленькая, сюжетик очень красивый. И вот эти небольшие сюжетики от фирмы «Чудесная игла», они вживую смотрятся намного ярче и намного интереснее, чем на обложке. Я уже в этом убедилась, поскольку предыдущую картину вот из этой серии я уже вышла. Вот такие три картины. У вас не троится в глазах. Я действительно заказала три одинаковые картины. Это для тех, кто принимает участие в моих совместных проектах. В конце года будут подведены итоги и будут разыгрываться призы. Вот такие призы я купила для девочек, которые принимают участие в совместном проекте. В общем, решила голову не морочить, не выбирать разные сюжеты, а решила разыграть три одинаковых. Будет три победителя, и вот такие три одинаковые картины я разыграю. Наборчик называется «Озаренные солнцем» от фирмы «Сделано с любовью». Я уже на YouTube видела отшив вот этой картины. Картина просто замечательная. Мне понравился отшив, именно поэтому я решила приобрести вот этот набор. И еще вот такие две картины. У вас не двоится в глазах. Я действительно купила два одинаковых набора. Мне очень понравился этот сюжет. Эти павлины от Золотого Руно. В общем, просто восхитительны. Я купила картину такую себе. И в подарок Юлии. Вторая картина поедет в Ирландию. Это будет подарок к 8 марта, Юлечке.
Ну, на этом я заканчиваю свое видео. У меня еще есть две картины, но их я не покажу, потому что это будет сюрприз. А я хочу сделать подарок и не хочу, чтобы получатель увидел эти картины. Это будет секрет. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр, за лайки. С вами была Инесса. Всем желаю удачи. Пока-пока.